Железногорский спортсмен Игорь Дадуров выиграл свой второй бой в рамках международного турнира по кикбоксингу среди профессионалов серии W5 Fighters. С подробностями Глеб Парфенцев. Московский ринг встретил железногорского кикбоксера достойным противником. Удары, которыми Игорь разрывал оборону украинского оппонента, не отбили у того желания бороться за победу даже после нокдауна. Отстоять столько ударов, там статистика сумасшедшая по раундам. Пропущенных ударов очень много, и причем такие по локоть Игорек засаживал, но он терпел, я не знаю как, но... Мало таких бойцов. Немало проблем Игорю Дадурову доставили лоу-кики и колени украинца. Воспитанник школы тайского бокса умело использовал преимущество в росте и старался держать россиянина на дистанции. Так как он выше меня, вот, старался держать меня ногами. Но я старался проваливать его и взрываться руками, как говорил мне тренер, и... За счет этого я, наверное, победил. Сейчас Игорь отдыхает. Нужно успеть восстановиться. 20 сентября в рамках турнира весовой категории 65 килограммов его ждет бой с очередным соперником. Глеб Парфенцев, Андрей Зарубин, телеканал 7.